Нам пора прощаться. Спасибо. Будете в Чикаго, милости просим. Дай мне, я помогу. Это мужская работа. Ау! Поранился? Ничего, ничего. Смотри, как надо. Зато я хорош в библиотеке. Да. У меня есть жена. То есть была. А может и есть. Я теперь и не знаю. Мы поженились, и меня перебросили. Я получил телеграмму за день до того, как попал сюда, что у нас родился мальчик. У меня есть взрослый сын, а я его ни разу не видел. Да она уверена, что ты давно погиб. Эй! А что такого? Откуда ты знаешь? Люди подолгу умеют ждать. А, я по правде не надеюсь, что меня ждут. Мне и так нормально. Хочу хоть разок увидеть сына. И больше мне ничего не надо. Мы доставим вас домой. Эй, привет, это борт 5, мы вас слышим. Да, мы в лодке, плывем на север. Вверх по реке. Лодка? Где вы достали? Мы встретили полоумного Санта-Клауса, человек из прошлого, времен Второй мировой. А что у вас за лодка? Вообще, это скорее самолет, чем лодка. Не то, не все, в общем. Короче, самолодка. Узнай их местоположение. А запустите сигналку, чтобы... Мы вас нашли. Вас понял, запускаю. Поберегись! Вон там! Мы вас видим! 2 километра к северу! Понял тебя, Сливко. Конец связи. У нас свидание через час. Вперед! А мы там все поместимся, а? Да! Мы едем домой! Беги! Что это за чертовщина? Он погиб. Все по местам, надо плыть дальше. Нужно забрать Паккарда. Нет, нет, минуту, одну минуту. Кто-нибудь хоть что-то скажет про вот этот... Он умер и уже не вернется. Что тут еще сказать? Кошмар.